Дорогие друзья, ну я буду выступать здесь и в другом э, качестве, помимо тех, которых, которые только что огласили, и потом расскажу, что это такое. Вот все, что э, нам рассказывал э, э, и Анатолий Эдуардович Юницкий, и в том фильме замечательном про эко-мир, который мы только что посмотрели, э, действительно речь идет о новом мире, о мире гармонии, гармонии человека, природы, Общество. Это очень созвучно тому, что я сейчас буду говорить, но я хочу немножечко по другим углом на это все посмотреть и задать себе такой вопрос. А какое государство и общество может воспринять вот освоение и преображение космоса, космос сегодня у нас главное слово нашего дня сегодняшнего, освоение и преображение космоса как свою жизненную задачу? какое государство и общество может это сделать. Это очень важно, потому что без этого многие наши построения, в том числе замечательные, о которых мы сегодня говорим, они повиснут в воздухе. У нас есть ответ на этот вопрос, и это хорошая новость. В череде тех не очень хороших новостей, которые нас последние дни и месяцы преследуют. Но хорошая новость есть. И более того, мы знаем ответ на то, какая мировоззренческая и соответствующая социально-экономическая система социального мира должна быть в обществе и государстве, чтобы оно гармонично и устойчиво развивалось. То есть вот ответ на тот вопрос, что нужна идеология развития, и дайте нам это, он с нашей точки зрения найден. И мы сейчас вместе с вами его попытаемся увидеть и реконструировать. Ну, несколько актьем социального мира, на которые мы опирались, конструируя наш подход. Ну, во-первых, в мире существует добро и зло. Это описано, изучено традиционными конфессиями и их богословиями. Хорошо изучено и описано. Второе. Мир состоит из локальных цивилизаций – и противостоящим им глобалистской социально-экономической системе или систем. Ну, теория цивилизации разрабатывается тоже достаточно давно. Один из наших соотечественников, Николай Яковлевич Данилевский, Считается одним из основных авторов этого подхода, хотя были и до него авторы, и после него тоже. Но тем не менее, его книга Россия и Европа, высшая в 1867 году-69 году, перв... опубликовалась году, опублика... частями в одном из журналов. Значит, считается все-таки таким наиболее глубоким и концептуальным исследованием по этому вопросу. Ну и Далее. Каждая цивилизация социально-экономической системы имеет свою политэкономию, в основе которой э, вот эта вот дихотомия капитала и труда, причем капитала понимаемого и труда понимаемого в самом широком смысле этого слова, эта концепция, как известно, наиболее полно была разработана в свое время в недрах марксизма, кстати, примерно в то же время, что и концепция Данилевского, первый том капитала Маркса, вышел в 1770. В 1967 году, а Данилевский начал публиковать свои исследования, как я уже сказал, в 1968-1969, одновременно, что очень, так сказать, интересно. Ну и, наконец, основа устойчивого развития мира гармония, которая устанавливает границы устойчивого единства по каждому из этих онтологических осей. Гармония – это полагаемая проекция добра на наш земной мир. Из того мира духовного, добро с большой буквы, количественная, прежде всего, проекция на наш, э, на наш социальный мир. Мы э, вот эти дихотомии, вот эти вот онтологические э, ости, добро-зло, цивилизация, глобализм, труд, капитал, э, предлагаем именно э, вот из них такую сконструировать трехмерность, потому что то, то, та линейная, то линейное описание, даже плоскостное, двухмерное описание нашего социального мира, которое мы частенько видим в наших исследованиях, в наших размышлениях, с нашей точки зрения оно не может полно его описать. И в этом была основная, так сказать, затыка, основная проблема в этом описании. Надо выйти в трехмерность, используя вот эти вот три основные дихотомии, о которых я сказал, тем более, что э, диктомический подход он был достаточно давно предложен в естествознании Ильей Прихожиным, нашим соотечественником, Нобелевским лауреатом в социологии. В 90-х годах он был предложен американским исследователем, американским социологом Даниэлем Беллом. Мы предложили его использовать для конструирования мировоззренческих систем и подходов к их анализу. Ну и, наконец, все эти три, онтологических оси, они ограничены рамками гармонии. И именно в центре этих осей вот вычерчивается то гармоничное, устойчивая социальная система, которая и есть требуемая для объективного, гармоничного и устойчивого развития мировоззренческая и социально-экономическая система. Мы ее сейчас на самом деле развернем, причем каждая для своей локальной цивилизации. Надо сказать, что вот эти вот антологические оси, они иерархически неравноценны. Главная все-таки ось – это ось добра и зла. Это ось, отражающая духовный, влияние духовного мира на наш мир социальный. Вторая ось – это цивилизационизм и противостоящая ей глобальная система, и, наконец, третья только ось – политэкономическая. Поэтому э, недаром марксисты и коммунисты в 17-м последующих годах очень удивлялись, почему продолжается Первая мировая война и почему немецкий пролетариат, тем не менее, воюет с взявшим власть пролетариатом российским. Так потому и воюет, потому что цивилизационные ценности – это для них важнее, интуитивно даже важнее. Из этих вот трехмерностей, ну там 8 квадрантов, у кого хорошее пространственное мышление, вытекает вот такая вот антологическая классификация мировоззренческих систем, в которой мы видим три группы. Три группы таких вот мировоззрений, соответствующих им социально экономическим Первая группа антологии зла, основная идея которых – это отрицание добра как такового. Здесь мы видим и фашизм, и этнонационализм, здесь мы видим и тотальный глобализм в неолиберальном обличии нынче, здесь мы видим и тотальный коммунизм, который, к счастью, в истории не состоялся, но претендовал на то, чтобы стать реальностью. Далее, дезромантичные антологии. Они добро как таковое не отрицают, они а отрицают традицию. Что такое традиция, это тема отдельного разговора, но основой традиции является полнота добра в ее ядре и культурно-ментальные коды которые окружают эту традицию. Ну и третий уровень, который окружает это ядро традиции. Ну и третий уровень это э, те э, всечеловеческие или э, всеединые э, радикалы, благодаря которым каждая локальная цивилизация может, цепляется друг за друга и может образовать некое симфоническое единство этого нашего мира. Мир не противостояние двух, допустим, глобальных систем а мир как симфония цивилизаций. Ну и, наконец, третья группа, представленная на самом деле в единственном таком своем качестве, это антология, та самая антология гармоничной интегративности, антология социальной гармонии, которая каждая для своей локальной цивилизации, которая на самом деле единственная мировоззренческая и социально-экономическая система дающие шанс государству цивилизации на устойчивое гармоническое развитие. Что являются составляющими гармоничного интегративного устроя? Ну, во-первых, личность. Гармоничная личность из трех составляющих ее компонент. Это здоровая личность во всей полноте этого здоровья духовного, душевного, социопсихологического и физического. Это личность созидательная то есть оснащенные необходимой полнотой знаний, умений, навыков, умеющих использовать для достижения созидательных целей, цели добра. И, наконец, личность патриотическая, то есть укорененная в своей цивилизационной традиции. Патриотизм есть именно это, укорененность в своей цивилизационной традиции. Второй компонент – солидарное гражданское общество. Третий – это справедливое социальное созидательное государство. Четвертое – это созидательная, солидарная, интегративная экономика. Ну и, наконец, пятая это та цивилизационная традиция, которая соответствует каждой локальной цивилизации. Каждый из этих пунктов можно разворачивать, но понятно, что я немножко сейчас тезисно по этому бегу. Но, но для гармоничной интегративности мировоззренческая система, вот именно объективная, то есть… Эта мировоззренческая система, повторюсь, как раз и приводит к тому устойчивому гармоническому развитию, о котором мы на самом деле весь день сегодня говорим. Это мировоззрение идеала, а значит ценности и цели идеальны. Мировоззренческая система – это ценностно-целевая система, поэтому есть у нее и ценности, есть у нее и цели. Ценности. Добро, любовь, истина – это именно Бога на самом деле. Это ценности из мира духовного – которые на наш грешный мир проецируются в виде гармонии, мечты и победы. Причем победа в предельном своем случае, как об этом хорошо сказал Александр Андреевич Проханов, достижение Царства Небесного является абсолютной русской победой. Ну, именно абсолютной. А земных побед много, но именно на пути к этой абсолютной победе. Ну и, наконец, в конкретных социальных измерениях это, эти ценности разворачиваются в справедливость, солидарность, свободу, самоуправление, созидание, отряд. Говорят, можно продолжать. А, причем для каждой из этих, м, в рамках э, ценностей гармоничного декоративного строя, вот эти ценности, они по-своему звучат. Теперь цели. Ну, мы знаем пирамиду Маслоу, а потребности в самоактуализации, эстетические потребности, познавательные потребности потребность в уважении и признании, социальные потребности и, наконец, жизненные потребности. В 1954 году Абрахам Маслоу предложил ее. В начале 70-х годов Клейтон Альдарфер ее сгруппировал по потребностям роста, связи и существования. Значит, и назвав потребность существования экзистенциальными потребностями, потребности социальной э, связанности, э, и э, выделил и потребности роста, наконец. Отсюда, исходя из английской транскрипции, ERG – пирамида Альдефера. Нетрудно видеть, что э, все эти потребности на самом деле соответствуют э, здоровой, гармоничной личности причем любой социальной личности, человеческой социальной личности, семье как социальной личности, сообществу, наконец, локальной цивилизации. Эти потребности соответствуют трем видам здоровья и, значит, должны быть здоровыми, во-первых, а во-вторых, должны быть во внутренней гармонии. Только в этом случае эти потребности, находящиеся во внутренней гармонии, обеспечивают свою внутреннюю связанность и э, целостность. Жизнь человека и других социальных систем полна в том случае, если реализация всех потребностей гармонизована и подчинена в конечном счете реализации потребностей роста. Исходя из этих потребностей и целей можно выделить экзистенциальные, соответственно, социальные и онтологические цели. Полнота онтологической цели гармоничного интегративного строя, с необходимостью предполагает ее космичность. И признак потребительского общества – это как раз усечение вот этой вот верхней онтологической цели роста и акцент на жизненные, на экзистенциальные и на социальные цели. Признак гармоничного интегративного строя, социальной гармонии в всей ее полноте – появление онтологической цели как конечной цели существования цивилизации без, конечно, отказа от двух других экзистенциальной и социальной а, Антологическая цель и высокая мечта гармоничного интегративного строя всех его субъектов личностей, то есть государств, цивилизации, солидарного общества социальных личностей, это содействие познанию, освоению, преображения космоса во всей его полноте космоса человека, человеческой личности, космоса своей цивилизации, своей традиции, космоса Земли, включая мировой океан, Арктику, Антарктику а для России еще и Сибирь, космосов Вселенной. Ну и, что очень важно, содействие познанию своего духовного мира. Космос, материальный мир мы можем э, познавать, осваивать и преображать. А вот духовный мир преображать не можем, но познавать и осваивать можем и обязаны. По-моему, весь день мы сегодня говорим ровно об этом. Ну и здесь э, описано некоторая составляющего космизма созидания, еще раз подчеркну, вот тот, та идея этномира, которую мы только что услышали перед моим выступлением, ровно ложится в эти подходы. Я должен сказать, что около трех лет назад, более уже трех лет назад, мы создали такой зончечный проект, такую новую систему, как мы его называем, Федеральный Народный Совет, который вот эти вот ценности и цели, гармоничного, интегративного, созидательного строя, о котором я здесь доложил, пытается нести, как говорили коммунисты, в массы, в народ и в элиты. Ну вот 176 членов Организационного комитета Федерального народного совета, 42 общественных движений, которые подписали учительную хартию, уже у нас и сеть на региональном местном уровне формируется. Мы здесь вот представлены небольшой делегации, ответственный секретарь Организационного комитета Алексей Витальевич Войтенок, координатор программной комиссии Владимир Евгеньевич Лепской, наш друг Игорь Анатольевич Нуренко, тоже мы, так сказать, активно контактируем. Так что мы стараемся не только говорить и рассказывать, мы стараемся и Действовать, как бы это ни было трудно. Спасибо большое за внимание. Я ровно 0 в ноль уложился, Игорь Викторович, вы большой профессионал, с большой вопросы, буквы. Но без ответить. парочки вопросов мы вас не отпустим. Если вы не против, друзья, если возникли вопросы, поднимайте руку. Пожалуйста. Есть. Наших волонтеров попросим предоставить микрофон. Одну секунду. Скажите, пожалуйста, с чего бы вы предложили начать создание интегративного строя гармоничного, о котором вы говорите? Спасибо. Ну, вы знаете, я тут, конечно, будучи ограниченным временем, с корговоркой все это говорил и тезис. Но на самом деле весь этот проект уже идет. У нас функционирует школа солидарной экономики. Владимир Лепехин уже почти год разрабатывает тему солидарной экономики. У нас функционирует Всевозможные семинары и по гармоничной личности, и по цивилизационной традиции. Вот там я положил несколько книжек, которые привез с собой, где то, что я вам говорил, в общем, более подробно развернуто. Поэтому, если кто хочет, можете посмотреть. Значит, мы сейчас и весь этот год, если мы прошлый, 2021 год, создавали, что называется, и оттачивали доктрину. И вот в этих книжечках доктрина как бы проявлена. И это было тоже начало. Главное было создать, в общем-то, ценностно-целевую матрицу, ценностно-целевой подход, вокруг которой мы и могли бы все объединиться. Нам самим надо было понять, чего мы хотим, вокруг чего мы объединяемся. Это первый этап. И с этого надо было начать. Ошибка многих общественных движений и объединений состояла как раз в том, что они сначала объединялись, а потом думали, зачем. Там вот на интуитивном уровне было понятно, что они за все хорошее против всего плохого. Но этого мало. Надо на самом деле развернуть и рассказать. А второй этап – это все это принести в практическую жизнь. С чего начать, действительно? Вот мы сейчас я считаю, что мы между собой решили, что у нас есть двуединая задача. Первое – это развивать территории, и второе – повышать их человеческий потенциал. Значит, территории, муниципалитеты, регионы, значит, в том числе и с использованием тех технологий, которых мы здесь видим, например, экополисы, экогорода, значит, экологические технологии. Мы готовы сейчас все это тоже внедрять. И второе – это, конечно, повышение человеческого потенциала, потому что мы можем строить институты всякие разные, и на региональном, и на местном уровне, и на федеральном. Но если эти институты не, не будут наполнены соответствующего качества, извините, человеческим материалом, значит, ничего не получится. Нет институционального автоматизма, это известно из теории права. Э -э, институты работают только тогда, когда в них работают соответствующие уровни личности. Поэтому вот эту двуединую задачу будем решать. Э -э, мы еще э -э, и -э, всех вас, на самом деле, призываем и зовем к этой работе. Спасибо. Спасибо за вопрос. Друзья, еще один крайний вопрос. Вот, пожалуйста, волонтеры. Одну секунду, микрофон. Да, прошу. Спасибо за выступление. Очень интересно. Хотелось бы вас попросить, наверное, не столько спросить, сколько попросить. Вот Есть мнение, когда-то оно меня так зацепило, что любая идеология, любая система ценностей, она может быть выражена в какой-то короткой фразе, максимально емкой. Ну, вспомнить можно там «Германия превыше всего» или «От каждого по потребностям, каждому по способностям». Вот как бы вы выразили то, о чем вы сейчас говорите? Ну, во-первых, гармоничные личности всех цивилизаций соединяйтесь. А второе, космос как цель. Красиво. Uh, Игорь Викторович, огромное вам спасибо.